Какие сюрпризы летом готовят фигуристы волосожары Траньков? Возвращение волосожара Транькова, наверное, будет самый главный сюрприз. Они возвращаются. Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Пропустив постолимпийский сезон, они заявили, что в следующем постараются снова радовать болельщиков. Вообще, новостей от представителей зимних видов спорта сейчас немного. Они в это время редко пускают на свою спортивную кухню посторонних. Тем ценнее то, что вы сейчас увидите. В материале Софьи Рожновой и о паре волосожар Траньков, и о том, не потерял ли спортивную форму после свадьбы биатлонист Антон Шипулин. И даже это еще не все. Сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть тренировку триумфаторов Олимпиады в Сочи. Весь прошлый сезон эта пара пропускала, так что ее возвращение на лед без привлечения главное событие в мире фигурного катания. Татьяна Волосожар и Максим Траньков за прошлый сезон залечили старые травмы, отдохнули и решили пожениться. Так что вернуться на лед они уже в качестве не только спортивной, но и семейной пары. Платье шьется, костюм готовится, гости приглашаются. Но грядущее торжество не повод расслабляться. Мотивация завоевывать первые места как никогда высока. Бороться мы готовы и боролись. Те годы будем заново. Конечно, мы будем стремиться стать парой номер один в России. Плохо тот солдат, который не хочет стать генералом.